Bonjour, il est 6h du matin sur votre radio préférée. C'est le début de la journée. C'est magnifique. Rendez-vous en France. L'alphabet. Écoutez le nom des lettres de l'alphabet et regardez leur graphie. Minuscule, majuscule. Salut, comment ça va? Unité 1. 4. Les bonnes lettres. Associez les signes qui correspondent aux lettres que vous entendez. Bienvenue à la SNCF. Tu peux m'envoyer un SMS, s'il te plaît? Доброе утро. Как обычно, кофе, круассан, джем? Oui? Oui, merci. Café, круассан, мармелад. Ok. Merci. Вы же говорите по-русски, да? Да, говорю. Почему кафе называется Марсель? Портовый город, юг Франции. Красивое название. А вы случайно не шпион? Нет. Шпион. Выбросите. Газеты вы всегда выбрасываете. Я спрашивал, ты муж? Да. У нее эпилептический припадок. Сейчас язык себе откусит. Держи вот так кошелек, чтобы не упнул. Держи.
Ты врач? Почти. Скоро кто-нибудь вызвал? Уже. Держи. Хорошая реакция. Да. Что там случилось? Обычная эпилепсия. Надеюсь, полежит, достанет. Ой, боже мой. Ну, идите, у вас там остывает все. Господи, простите, она у нас с характером. Доброе утро, доктор Мушков. Меня зовут Сергей Лежнев. С сегодняшнего дня переведен в вашу бригаду. Тамара Николаевна. Доброе утро, Анатолий Сергеевич. Сегодня я вас везу. Понятно. Прям чувствовал, что день будет непростой. Ну что, стоим? Поехали. Так почему вас выгнали из другой бригады? Мы сработали. А вы уверены, что мы с вами сработаем? Да Серега нормальный парень. Там просто такая фигня вышла. Вызвали нас к ментовскому генералу по поводу инфаркта. А у него весь дом в ментах. И вот Серега... Смотри на дорогу. Почему, когда кого откуда выгонят, сразу в мою бригаду? Машуков, день только начался, а ты уже на взводе. Щитовидку надо проверить, слышишь? Серёж, а вы в медицинском институте учитесь? Нет. Серёга, между прочим, так по-французски лопочет. Заслушайтесь. Le jeune de beau jeune, mon très beau jeune. Вообще. Смотри-то на дорогу уже. А откуда вы французский знаете? Мама учитель французского языка. А-а-а. Серёга, о чём поёт дядя? Édition Maison des Langues. Любви. Paris. О! Осторожно. Ну вот он, фрукт. Я что умудрился так и сгваздаться-то? Да из люльки я упал, там банки стояли, я прямо в краску. Пальцем пошевели. Да не той рукой. Это не могу я пошевелить, ну больно. Чё, уже хорошо, похоже на вывих. Вы меня это, наверное, в больницу, что ли, повезете? Да ты меня всю машину раскрасишь, как... Сними с него куртку. Вставай, бацилла. Хватит. Чё ты мне? Больно! Ты чё творишь? Пусти его. Ты сейчас пей. Пусти ты. Резать надо. Вы чё встали? Работайте давайте. Чё резать-то? Чё? Куртку, куртку резать. Вы чё встали? Иди давай. Куртку. Аккуратно. Я знаю. Держись. А вот сейчас... Чё, охренел? Вы что, охренели, что ли? Что творишь-то? Сделай нам ручки. На! О! О! Починил! А, живодер, молодец, смотри. Живодер, починил руку. Стойте. Да ну, иди отсюда, Надя. Иди, ну! Что правильно, Тамара? А если бы там оказался перелом, да еще совмещение? Значит, нужно было взять его и отвезти на рентген. Какой рентген? Он уже на сетку полез. Стоп, стоп,
такая ситуация. Сначала они сломали мою руку, потом по башке мне. Так, я вас, Сергей, защищать не буду, предупреждаю, как честный человек. Ну что, поехали, господа хорошие. Никуда мы не поедем. Тю, почему? Официально заявляю, медбрат оказал квалифицированную помощь, никаких полномочий он не превышал, больной же приступил к работе. Капитан. Пшел прочь от него, Кляузер. Пшел в глаз моих! Вам вызов поступил. Вас ждут, а мне приказано сопровождать, так что поехали. Что на этот раз? Нужна очень скорая помощь. Поехали. Ты его знаешь? У нас что, опять генерал, что ли? Твое дело за полицейской машиной держаться и педальки не перепутать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как-то так. Фаилыч на кухне. Язва к нему. Жена приехала, язва лечь. Так ему же часа полтора не нужна наша помощь. А зачем мы здесь? За мной. Прошу. Давай, давай. Что, жалуетесь? На суровую действительность. Катюш, оставь, я потом доем. Вроде с ним все в порядке. Так, кому здесь нужна помощь? Пошли. Вот ей нужна помощь. Зашла в квартиру, увидела два трупа, не может говорить. Два трупа. Хозяин квартиры – известный блогер и оппозиционер Михаил Боя. Другого мы не знаем. Что скажешь? Я обычный медбрат. До свидания. Все, кашу даешь. Пока-пока, да, да. Зачем вы меня опять позвали? Я 25 лет в сыске. Не на таланте, так на опыте. Мы тогда у генерала 3 часа корячились, и ничего. А ты приехал 2 минуты, и результат. Обиделись. Ну, не без этого. Ну, вот хочу, чтобы ты посмотрел. Напряг, так сказать, извилины, талант, не знаю, что там, шевелишь. И сказал, что к ответу не готов. Я вам сразу скажу, я к ответу не готов. Ну, ты так-то не торопи, ты же не сборная России по футболу. Это они вечно не готовы. Так, ничего и колоть не нужно. Я еще кровь на анализ не брали. Знаете что, я не знаю, как вас звать. Майор Ромашко, Иван Рафаилович. Господин майор, мы скорая помощь. У нас полно вызовов. Сейчас поедете, сейчас поедете. Ну что, дашь версию? Вам версии не хватает. Хорошо, я помогу вам. Наверное, какой-то негодяй, очевидно, хорошо знакомый с хозяином квартиры, вошел вот в эту дверь. Ну ладно, езжайте. Иначе как бы он так легко вошел, если бы хозяин сам ему не открыл? После чего они прошли гостиную, выпили, видите, бока. После чего, наверное, он достал пистолет. Какой марки? Что какой марки? Пистолет какой марки? Не было никакого пистолета.
Стреляли из охотничьего ружья. Молодец. Почему ты так решил? Ну, во-первых, гильзы. Во-вторых, ранение широким кругом. Выходных отверстий нет, значит, стреляли дробью. Один лежит на спине, ноги расслаблены. А вот другой, полное впечатление, что споткнулся. И диаметр ранения гораздо меньше. Значит, стреляли с более близкого расстояния. Думаю, что убийца находился где-то здесь. Ну хорошо. А мотив? Да любой, хоть ограбление. Вон безделушки в шкафу. Ну так и есть. Три стоят, четвертый нет. След от пыли. А стоит дорого, ручная работа. И тарелок 5 штук, должно быть полдюжины. Ну что, из-за безделушек? Сейчас из-за коробок спичек убить могут. Господин майор, голубчик, можно мы заберем медбрата и продолжим исполнять наши служебные обязанности? Мы человеческие жизни спасаем. На секундочку. Вот именно. Митя Хохотун, проводи врача и фельдшера вниз к машине. Позвони на пульт и скажи, что они задержаны до выяснения обстоятельств. Как? Каких обстоятельств? Все, собирайтесь. Еще. По поводу домработницы. Проверь, пожалуйста, меня. Сейчас. Месье Ромашко. Я вам уже сказал. Так, ну-ка, пойдем-ка я тебя кое с кем познакомлю. Вдовин Александр Юрьевич, 1965 года рождения. Инвалид. Афганец. Временно не работаю, я живу на пенсию. Ты же говорил, возле метро песни поешь там. Да. Пою. С пацанами поем. Поднимаем патриотический дух. А что, это запрещено, что ли? Да нет, нет, давай, рассказывай дальше, дальше. Живу этажом ниже. С Мишей Боровым были, ну, прекрасные отношения. Ну, просто прекрасные. Я к нему заходил, мы вбивали иногда. Песни ему свои это пел. Ему нравилось, знаете. Ну, хоть и еврей, ну... Когда в последний раз виделись? Сегодня. Сегодня я закатил к нему. Настроение такое было. Попить, попить. Дома еще кто-то был? Нет, я никого не... Да нет, не было никого. Дальше, дальше. А кто это? Это медбрат. Из скорой помощи. Братишка, ты объясни ментам, что у меня стресс, я друга потерял. Мне выпить требуется, а они все из меня... Ну, тянут, уже. Тянут. Давай что дальше делается вообще? А? Ну, что дальше? Дальше я покатился к метро, мы там с пацанами попели. Мелочным покидали. Ну а что, мы же не побирались? Да или не пели? Про Афган, про службу, про пацанов. Если бы он выстрелил, коляска наверняка откатилась бы и остался бы след. Но в случае, если он ставит на стопор, тогда она наверняка бы перевернулась. Ну и как бы он стрелял второй раз? Лёжа на полу? Да и вообще, ружье висело достаточно высоко. Человек на инвалидной коляске с парализованными ногами, я думаю, вряд ли бы даже дотянулся. Это точно. Ну а тогда почему вы включили его в круг подозреваемых? Да это все потому, что когда менты появились, я уже тут был. Крутил убийцу, понимаешь? Ты что здесь делаешь? Ну. Эй, мужик, ты куда? Спокойно, спокойно. Братишка, тебя как зовут? Сергей. Серега, а, ну, я сразу понравился. Я когда из лифта выскочил, слышу здесь у Мишки крики. Убили, убили. Ну, я обратно в лифт, он стоит. Я на этаж поднялся, сюда закатился. Смотрю, здесь Ленка, это домработица. От страха просто колбасится. А этот Гомель, Ленчик... Какой Гомель? А, это голубой, что ли? Брат, это берет бывает голубой. А он Гомель. Стоит посреди комнаты, как вкопанный, и машет ружьем над трупами. Ну, я ж бывал, я сразу понял. Застукал его Ленка, а он тут стал изображать, комедию ломать. А после возьмет нахрен нас завалит, а? Ну, я кинулся, ружье забрал. И, кстати, майор, зафиксируй, там мои эти пальчики могут остаться. Учти это, вот. И ну, стал душить ту гомелину проклятую за все, за Мишку, за все. Ну, тут менты бежали. Дали мне по ребрам. Все, ну, я не в обиде. Ну, что? Ну,
почему мне до сих пор выпить не дадут, а? Серега! Действительно, а почему не дать? У него анализы уже брали? Так, точно. Ладно, отвези его в кабинет и отдай ему фляжку. Держи. А где у нас Леонид? А, в голубой комнате. Я слышал, как он там меня обвинял. Ничего я не размахивал. Ружье лежало на теле Михаила Саныча, я его поднял. Тут въехал этот в коляске. Говорит, дай сюда, я дал, а он им в живот ткнул, а я не размахивал. Так, Леонид, давайте по порядку. Вы подошли к подъезду и встретились с Леной. Да, она вышла мне навстречу. Сказала, что Михаила Саныча нет дома, что она звонила, но никто не отвечает. А своих ключей у нее нет? Есть, конечно. Потеряла, забыла, не знаю. Вообще она... Это не важно. Да нет, важно, вы продолжайте. Я не хочу никого обвинять. А вы никого не обвиняете, просто говорите. Она такая рассеянная, не очень аккуратная. Она вам нравится? Кто? Лена. Мне продолжать? Мы поднялись наверх, стали звонить. Долго звонили. Лена говорит, пойдем, подождем его на улице. Я говорю, нет, Лена, нет, здесь что-то не так. А что именно вам показалось не так? Понимаете, Михаил Саныч Бойер удивительный. Он необыкновенный человек. Если он сказал, что встреча в 10 утра, значит в 10. Он был как часы, понимаете, как часы. А вам было назначено на 10? Да. Стоп. Сигнал на пульт охраны поступил в 20 минут 11-го. Это зафиксировано. Я опоздал. Это он был удивительный, необыкновенный. А я самый обычный. А вы его секретарь, помощник? Помощник и секретарь. Он был такой работоспособный. Он столько всего держал в голове. Он столько делал. Он мог всю нашу страну перевернуть, как Ахиллес. Как кто? Как Архимед. Да. Ну... Да, конечно. Оговорка интересная. Вы продолжайте. Он... Был самый светлый человек в нашей политике. Он прорубал окно не то, что в Европу, он в мир прорубал окно. Я не про это. Вы поднялись, зашли в квартиру. Дальше. Мы вошли. Лена шла за мной. А потом вдруг остановилась. Я говорю, позвони на пульт охраны, сними сигнализации. Она будто знала. Да не, нет, не смотрите так. Не в этом смысле. Вы просто женщины, они же тонкие, они все... Все чувствует. То есть вам показалось, что Лена знала, что вы сейчас увидите? Да нет, ну... Просто задержалась. Я подошел сам к телефону, набрал номер. Лена забрала трубку и говорит, иди, я сама. Вошел. Уйди, уйди. Потом въехал этот жлоб в коляске, потом полиция. А кого убили-то? Один Бойер. Бойер! Михаил Саныч Бойер! Хорошо, Бойер. А второй-то кто? Я не знаю. Я уже объяснял, что я не знаю. Могу еще раз объяснить. Не знаю! Ну как же так? Вы же его секретарь, поможете, правая рука. Да я сам удивляюсь. Всех знал, все шло через меня. Этого не знаю. Ну, может, это он хотел как раз нас познакомить? Может, это кто-то из скрывающихся? Сейчас, знаете, появляются настоящие революционеры. Может, это один из них? А Лен вам все-таки нравится. Тихо. Дорогая вещь. Уйдите, у меня горе. А этот мужчина, он вам нравится? Кто, Ленчик? Не смешите меня, где он мужчина, с какого боку? Ну, вот Бойер вам тоже не нравился, однако вы с ним спали. Это кто вам, без ноги наболтал? Ну, слушайте его больше. Он же всех ненавидит, что с него взять-то, убогий.
А они с Бойером дружили? Кто, без ноги с Михаилом Александровичем? Да они ругались постоянно. Из-за чего? Так из-за шума. Михаил Александрович работает по ночам, у этого вечно пьянки, гулянки до 5 утра, зато потом спит до 12, как барин. Не дай бог, я пылесосить начну, сразу в дверь ломится. А сегодня тоже ломился? Откуда я знаю? Я пришла, дверь закрыта. Но вы ведь здесь ночевали. Не лепи мне, дядя, не прокатит, ага. Профессиональная спортсменка. Какой вид спорта? Гандбол первый разряд, и чё? Ничего, красивая заколка. Ну? Вы ее достали из-под подушки привычным способом, когда фельдшер отвернулась. Ой, господи. Мне так плохо было. Я прилегла, потом достал. Бабы всегда заколку под подушку кладут, чтоб ты знал. А еще вам было известно, что Бойер работал до 3 ночи. Он мне сам рассказывал, а я не проверяла. А стиральную машину кто включил? Михаил Александрович, наверное. Я же только по вторникам и субботам прихожу. Ну, а сегодня? А сегодня он обещал мне денег заплатить за месяц. Вот, блин, заплатил. Вы когда к двери подошли, позвонили, вам никто не открыл. Вы почему внутрь-то не зашли? У вас ключей не было? Чего-то не было. Вон в сумочке лежат. А что входить-то? Никто денег даст. Леонид сказал, что вы вообще в квартиру заходить не хотели. И на пульт охраны не хотели звонить. Как будто вы что-то... Слушайте. Слушайте. Я когда сюда зашла в квартиру, то такой запах кислый. Как будто серой воняет. Я грешным делом подумала. Вы не подумайте, я не из этих. Просто я когда еще в дверь звонила, я прислушалась. Я услышала из квартиры такой звук. Такой... как будто мышь летучая. У нас в Тирасполе их море просто. Еще серой воняет. Ну, я и затрусилась. Машинка стирать закончила. Носки мужские, трусы мужские в клеточку, черные. Мужские трусы синие, в такую же клеточку. Господи! Джинсы синие классические, мужские. Рубашка черная в полоску, 1 штука. Так, носовые платки, 2. Максимальный цикл стирки 2,5 часа. Соответственно, ее включили не раньше 10 утра. А в 10:20 уже обнаружили трупы. Да, Леночка? Бабочки. О, халатик женской, розовый. Так кто запустил машинку? А кто, кроме вас, мужиков, может сунуть джинсы и халат в одну стирку? Залиняет же. Тот, кто спешил. Чей халатик? Жены Михаила Александровича. Я ее никогда не видела, они давно в разводе. А зачем стирать халат жены, если ты давно с ней в разводе? Я как-то раз видела, как Михаил Александрович ходил в этом халате. Я не знаю, почему, не спрашивайте. Просто ходил. У Ленчика спросите. Так это что такое? Заколка. Вон у меня такая же. Михаил Александрович на 8 марта подарил. Лен, я сейчас заколку и халат сдам в экспертизу. Здесь вон волосок имеется, тут наверняка пятна крови. Они так быстро не отстирываются. Ты запустила машинку? Дорогой ты мой, Михаил Саныч платил мне $2000 в месяц. Зачем мне в него стрелять, а? А?
Ну что, всех опросили? Какие версии? А с чего вы вообще решили, что это кто-то из этих троих? Ну, летучая мышь, которую слышала домработница, это, конечно, версия хорошая, но она для детективов в мягких обложках. А ты консьержа внизу видел? Угу. Какой старый полуслепой дядька, но он и летучую мышь бы на учет поставил. Здесь из посторонних с 9 утра только этот был. Ну, а соседи? В подъезде всего 5 жилых квартир. Такой дом недешевый. И жильцы здесь недешевые. Ну, а как же наш афганец здесь оказался? У него папа очень крупный академик из министерства очень среднего машиностроения. Это все равно, что маршал, только по гражданке. Ладно, парень, ты талантливый. Ну, на этот раз чудо не случилось. Езжай. Езжай, лечи людей. Медбрат Сергей. Секундочку, я хотел бы уточнить одну вещь. Я в погорелый театр сдам. Ну, Иван Рафаилович. Елена! Прекрасная моя! Хоть сюда. Позови ее. Вы меня просили проверить, я проверил. Ты присаживайся, присаживайся. Будет интересно. Ой. Елена, да ты не бойся, они теперь не страшные. Елена, свет моих очей, золотце, радость моей жизни, я хочу тебе кое-что показать. Прикольно, правда? Просто обхохочешься. Пара-пам. Опа-на. И как ты думаешь, где ее нашел? На ее съемной квартире. А-а-а. Это же еще не все. Так. Где он у меня? Ну, давай, чудо 21 века. Помогай. Узнаешь? А? Самое смешное, Иван Рафаилович, что точно такие же тарелки я видел на кухне. Лен, если не веришь, можно сходить сверить рисунки. Прекрасные ложечки. Не какой-то вонючий мельхиор, а настоящее литое серебро. У Лены не квартира, а просто музей украденных вещей. Я знал. Я чувствовал. Лена, ты же низкая воровка. Леонид, все, все, тихо. Лена. Ну, вот и мотив. А вы говорите, $2000, зачем стрелять? Ну, а стрелять-то зачем? Я ж Мишке готовила, супы варила на неделю. Сварила бы разок из картошки, нечищенной с грибами. И трындец без всякого ружа. Или в аптеке прикупить. Тихо, сидеть! Ты говорила, что любишь его, что не можешь его бросить! Успокойся! Ты чудовище, Лена! Успокойся! Миша мне все это дарил! Он добрый был! Признавайся быстрее. На халате нашли пятна крови, а на заколке твои волосы. Да? Да. Тихо! Все. Чистосердечное даю. Была я здесь. Спала с Мишкой. Кувыркались. До утра. Потом вдруг бах! Я проснулась. Потом еще раз бах! Я соскочила по скорой. Халат накинула. Кричу: «Миша! Миша!» Пошла из спальни. А из коридора звук вот этот, звук. Я не свищу, правда так было. И дверь тихонько. Клац. Я захожу сюда. Они лежат. Их Миша докладилась. О, Господи ты Боже! Потом к этому. Ой, Господи! Потом смотрю. Смотрю, я заборалась. Заборалась. Я халат скинула в стирку. Оделась и побежала. А там Ленчик, Господи ты, Боже мой! Боже! Ой, мама, Господи! Ты, Боже мой! Боже!
Боже! Ой, мама моя родная! Все. Сейчас начнется карусель. Что это? ПЗУ 15. Портативное записывающее устройство. Я сразу догадался, что он из органов. По роже видно, он пришел его вербовать. Это они Михаила Александровича убили. Они органы! Вы пришли сюда к назначенному времени. Его вербовали. Он соглашался? Нет, нет, он не мог. Сядь. Нет, он не такой был человек. А потом ты понял, что именно такой человек. Ты что сделал? Что, бросился с криком что-нибудь вроде «Предатель Иуда за ружьем»? Да нет, он не мог, он не должен. Сорвал со стены ружье, крикнул: «Не жить тебе, не место среди нас!» И... Нет! О! Фляжка моя боевая. Жизнь меня спасла. Слушай, ты извини меня, там люди ждут. Можешь мне помочь в одном деле? Без базара, брат. Слушай, скажи, у вас пожарная лестница на доме есть? Да. Рядом с кухней, там, ну, чуть левее. А по ней в квартиру подняться можно? Да ты чё? Да знаешь, кем акробатом надо быть. Я в детстве один раз попробовал, а я был мастер спорта. Спасибо. Понятно. Чё? Ничего, все очень хорошо получается. А ну... Стоять. А народу-то, народу. Проверить. Ваши документы. Здравствуйте. Здравствуйте, майор Ромашко. Здравствуйте, полковник Андреев. Ну что, работаете? Было дело. Хорошо было, пока вы не пришли. Я надеюсь, преступник найден, осужден, посажен. Все, к этому шло. Сережа. Сейчас, секунду. Иван Рафаилович, можно минуту? Твой? Нет, случайно. Это... медбрат из нашей бригады. Угу. Борис, пробей медбрата. Пройдемте. Майор Ромашко, здесь был убит наш сотрудник. Почему вы нам сразу об этом не сообщили? Мы сами выяснили это несколько минут назад. Почему вы сами ведете следствие об убийстве известного всей стране политического... Полковник Андреев, я сейчас вас снова пошлю при ваших сотрудниках. Ты не обидишься. Что накопали? Медь, Хохотон, расскажи Андрееву. Товарищ, предположительно выявлено двое подозреваемых. Это домработница и помощник покойного Баря. Предположительно, дело было так. Жаль, дело не дали закончить. Думал, ты меня удивишь. Люблю удивляться. Да ведь это не важно. Здесь же как в школе, главная задачка решить. Ну, ты решил? Хочешь ничем со мной поделиться? Уже нет. Почему? Ну, у вас только что отобрали дело. А если они там сейчас спасают невиновного? Ну, это уже точно не на моей совести, да и не на вашей. Вот теперь ты меня действительно удивил. Товарищ полковник, там еще один. Веди. Это вы тоже сейчас будете допрашивать? Буду, буду. Ну что, голубки, не знаю, как вам, а мне больше всего нравится версия, что сделали вы это вместе. Это провокация. Это предумышленное убийство по предварительному сговору, совершенное группой лиц. Ты решила поменять любовника, а ты стать главным в своей оппозиционной клаке.
Молодцы. Красиво получилось. От 15 до пожизненного. А было это так. Этот неизвестный сотрудник органов пришел вербовать Михаила Буэра. Майор, не видишь, я работаю. Михаил Буэр предполагал, что это за человек, поэтому позвал на помощь Леонида. Но Леонид опоздал. Здесь их разговор приобретает форму крика и взаимных оскорблений. Проснувшийся от шума похмельный инвалид Вдовин вломился в квартиру Буэра и начал кричать, что они мешают его праведному сну. Михаил что-то ответил Вдовину. Что он вам сказал, Вдовин? Обратите внимание, для инвалида, который не вставал с кресла 25 лет, у Вдовина очень крепкие мышцы ног. Даже слишком крепкие. И отличные рефлексы. Чего не сделаешь ради хорошей пенсии. Вставайте, Вдовин, вставайте. Он так обиделся на то, что сказал Буэр, что встал с коляски. Снял со стены ружье и направил на них обоих. Взял куртки. Он не знал, что ружье заряжено. Не знал, Вдовин. Ничего я не знал. А ружье взяло и выстрелило. Второй испугался и кинулся. Сработал рефлекс. А потом крик домработницы Лены. Он бы ее пристрелил, чтобы не оставлять свидетелей. Но, по счастью, в ружье только два патрона. Он бросил ружье, не стерев отпечатки. Поэтому впоследствии вернулся в квартиру. Да, Вдовин? Шел к двери и толкал перед собой коляску. Колеса. Колеса надо бы смазать. Дуэн, что тебе сказал Буэр? Что я шел нахер, и что я быдло. А у меня, между прочим, папа был академик. Понял? Когда генерал обнаружил пропажу документов и придумал ничего лучше, как застрелиться, взял пистолет в руку, а тут бабах, сердечный приступ. Вызывает нашу бригаду. А там ментов полный дом, собаки, эксперты. Серега им так, между прочим, говорит, что случилось? А ему говорят, не лезьте, давайте, спасайте генерала, куда вы? Потом подплывает к нему майор этот, фамилия такая смешная еще. Майор Ромашка. О, я говорю, Ромашка, у вас, говорит, есть версии? Мы это уже слышали. Так а дальше-то что? Бумаги генерала-то куда дели? Племянник украл. Зачем? Хотел квартирку к рукам прибрать. Он думал, генерал застрелится, а он единственный наследник. И вот если б Серега не догадался бы и не уговорил бы их майора съездить к племяннику с обыском, то они бы не в жизнь. О, и я туда с ними ездил, да. Там квартира в Осе. Скажи, Серега. Ты уже сядь, наконец, спиной к движению. К чему это неопределенность? Теперь я понимаю, почему вас с той бригады выбирали. Ну куда ты едешь там, красный? Ты хоть сирену включил бы! Вот не люблю я этих громких звуков. Рит, я пирожки на стол положила. Я домой против не пойду. Да. До завтра. Давай, до завтра. Thank you.
любезен. Зашел извиниться. За что вам извиняться? Это же я вас напугала. Огня многие боятся. Простите, я что-то не то сказала. Да нет, просто. Просто зашел извиниться. Кстати, вот ваша сдача. Вы утром дали очень много. Да, так и бывает. Бонсуар. Бонсуар.